Даже нелетная погода не помешала настроенным на победу командам добровольных дружин. К соревнованиям каждая из них готовилась на протяжении года. Судя по запалу и отличной физической подготовке участников, предположить, кто выйдет в финал, было крайне сложно. За победу в юбилейных соревнованиях боролись работники таких небезызвестных предприятий, как «Брест-газоаппарат», «Брестский мясокомбинат», «Брест-хлебопродукт», «Белалка» и других, сотрудники Брестского отделения Белорусской железной дороги, а также представители из города Лосице. В составе каждой команды 5 человек. Именно от слаженности действий участников зависит результат. Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап – это 100-метровая полоса, преодоление препятствий, забор, бум. И второй этап – это эстафета, в том числе с тушением условного пожара. Результаты очень такие, очень даже хорошие. Мы видим, что с каждым годом они все улучшаются и улучшаются. Это говорит о том, что добровольные пожарные дружины на предприятиях у нас развиваются. Испытание пожарной эстафеты состояло из нескольких этапов. Здесь участники демонстрировали навыки тушения условного пожара в специальном обмундировании. Преодолевали забор без упора, присоединяли ствол к рукаву, прокладывали линию. Итог конкурса зависел от ловкости, скорости, физподготовки и сплоченности команды. В соревновании каждый из работников предприятий и организаций проявил настоящие профессиональные качества пожарного, а значит и в реальной ситуации сложности любого характера, в том числе и экстремальные условия им окажутся под силу. Соревнования – это всегда спорт, это всегда интересно, это всегда результаты, это очень зрелищно и очень красиво. Сами добровольные пожарные дружины, которые у нас дислоцируются на предприятиях, они прежде всего помощники. Не столько даже службе по чрезвычайным ситуациям, сколько руководству самого предприятия. Они следят за противопожарным режимом. В случае необходимости они ликвидируют на первой стадии различные аварии, пожары и так далее. Они этому обучаются. Ну а квинтэссенция этой учебы и их деятельности – это именно вот эти соревнования. Инициативу проведения соревнований добровольных пожарных дружин поддерживают представители Польши. Уже третий год они приезжают, чтобы посостязаться с брещанами. Такой опыт полезен для двух сторон в планах на будущее при общении новых добровольцев, в том числе из дружественной Польши. Я считаю, каждый добровольный пожарный дружинник должен быть грамотным, физически подготовленным и постоянно совершенствующим свои навыки. Мы готовим их справляться с реальной опасностью. Здесь на соревнованиях участники показали многие качества. Всегда откликаемся на приглашение наших друзей из Бреста. Это бесценный опыт как для нас, так и для брестчан. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.